Всем привет! Вы на канале Умные животные. И это видео очередное про батат. Второй год, как мы пытаемся его вырастить. В этом году я не снимала весь процесс, как я выращиваю черенки. Вы можете посмотреть прошлые видео об этом. Так получилось, что из-за войны в Украине мы опоздали с выращиванием черенков батата, потому что очень поздно заказала маточные клубни, они поздно выросли, и получилось, что мы немного, а где-то на месяц опоздали с его выращиванием и посадкой. Но это не помешало все равно получить урожай. Да, черенков было мало, всего один рядок у нас получился. Но только посмотрите, какие большие клубни выросли. И вот полное ведро. Еще есть небольшой вот такой рядок, но это совсем уже поздно мы посадили. Самые-самые поздние череночки. Сейчас выкопаем тоже и их. Из первого года его выращивания оказалось, что его нужно садить вот такие горбы. Это чтобы клубень сам не уходил вниз под землю и не был тонким. Чтобы получить вот такой большой клубень, поэтому нужно его садить горбиком таким. Ну и, конечно же, тоже некоторые культуры, сорта нужно поливать, чтобы что-то с этого получить. Будем его обсушивать и также пытаться хранить, потому что в прошлом году у меня все клубни пропали, сгнили. Оказывается, надо еще уметь правильно его, конечно же, хранить. Ну ничего, на пробах и ошибках мы же учимся. Уже лучше, чем в прошлом году. Мальчик, вытягивай. Можете сравнить наше первое видео, как мы выкапывали батат, и вот это. Я вам скажу, что результат очень видно, что намного лучше. В прошлом году были, конечно, размеры с пальчика. Если бы вырастили больше черенков, конечно же, было бы больше батата. Ну, попросту мы, как я говорю, опоздали на месяц с его выращиванием.